Частичная мобилизация продолжается. В военкомат для отправки в места дислокации и переподготовки явились военнообязанные граждане, которые получили повестки, а также добровольцы. Под частичную мобилизацию в первую очередь попадают ранее служившие и обладающие военно-учетными специальностями. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, механики, водители. Среди пришедших в военкомат – мужчины, имеющие опыт службы в армии, в том числе и контрактниками. Наш земляк Алексей Федотов последние 10 лет работает в коммерческой организации «Сервис техникам». До этого он служил в армии 7 лет. Служил я здесь, в Подмосковье, в дивизии Дзержинского. Срочную службу служил там 1,5 года, как раз последнюю попал в 2007 году. Вот. Затем подписал контракт, дослужился до прапорщика, ну и уволился. Родина сказала, мы поехали. Ничего с этим не поделать. Поэтому присягу я давал, я ей верен. Я прапорщик запаса, служил в воздушно-десантных войсках старшим механиком, водителем боевой машины десанта. Будем делать все, что от нас возможно зависит, чтобы скорее вернуться. К семье, к родным, к дочке, вот, к жене. Все меня провожают, и да, я куда больше переживаю за них. Провожают своих мужчин близкие и друзья. Мобилизованные из военкомата направляются в пункты будущей дислокации и учебной подготовки.